Алексин – один из древнейших исторических городов Тульского края. Впервые он упоминается в Никоновской патриаршей летописи в 1348 году. В отличие от других сторожевых крепостей Окского оборонительного рубежа, Алексин был единственным городом, который располагался не на левом – московском, а на правом – неприятельском берегу реки Оки. В условиях непрекращавшихся набегов ордынцев с юга и нараставшей экспансии литовцев с запада на московские земли, Алексин стал настоящим стратегическим форпостом, принимавшим на себя первый удар неприятеля. История Алексина – это в первую очередь история города-воина. Город, который защищал подступы с южных рубежей к московскому государству. За моей спиной находятся холмы, на которых располагался некогда древний Алексин. До тех пор, пока в 1472 году он не был сожжен ханом Ахматом. И впоследствии крепость была перенесена примерно на 2 километра вниз по течению Оки, на так называемый Соборный бугор. С древних времен алексинцы выставляли свои дружины на защиту родной русской земли. Именно этой странице его истории посвящена выставка городского художественно-краеведческого музея «Алексин. Страж южных границ». В рамках этой выставки у нас работает несколько комплексов. И самый главный, конечно же, посвящен событиям 1472 года. Это очень значимое событие в истории нашего города, потому что, наверное, оно имеет очень большие исторические последствия не просто для города, но и для всей страны. Вот летом 1472 года алексинцы ценой собственной жизни не пустили войска хана Большой Орды Ахмата к Москве. То есть Алексин показан вот в одном из комплексов как страж южных рубежей московского государства. Окунуться в историю Алексина века 18-го можно, прогулявшись по старому центру города. А в рамках нашего марафона даже ходить никуда не придется. Достаточно включить компьютер. Старинные церкви, купеческие дома и восхитительные виды. Все это и еще много интересного в онлайн-экскурсии «От храма к храму». В 1566 году к нам в гости сюда приезжает Иван Васильевич по прозвищу Грозный. Он осматривает крепость, осматривает те защитные сооружения, которые вошли в историю под названием «Берег», и берет город в особое владение в опричнину. В одном из таких старинных особняков Алексина разместился художественно-краеведческий музей. Это настоящая жемчужина культурно-исторического собрания нашей области. В дни празднования 500-летия Тульского Кремля он собрал под своей крышей уникальные экспозиции. Например, авторскую выставку московского художника Сергея Воробьева. Это моя персональная выставка, можно сказать, очередная в Алексине. Поскольку я тут живу, мы познакомились в хороших приятельских отношениях с директором. Вот уже второй, даже третий раз. Работаю разного времени и разные тематики. Крепость, как она выглядела в конце 14 века, потом в 15 веке. Битвы за эту крепость с татарами, с литовцами. Ну, то, как я себе представил. Я почитал, конечно, об этом. И как вот себе представил, так попытался нарисовать. Живопись, литература и даже история все активнее проникают в виртуальное пространство. Алексинские историки с готовностью подхватили модный нынче флешмоб «Ожившие картины». Сегодня Алексинский художественно-краеведческий музей проводит необычную экскурсию. Экспонаты наших залов долго молчали, а сегодня, к всеобщему удивлению, некоторые из них ожили и заговорили. Что за шумная толпа? Почему не знаю? Как посмели вы к царю явиться без докладу? Прошлый мой приезд в сей град было все достойно. Взял Алексин свой удел, в Москве стало спокойно. История Алексина неразрывно связана с Окой. О том, как развивался здесь рыбный промысел, вам расскажет одноименная выставка. А секреты работы на ткацком станке, глажки белья без утюга и рубки капусты для засолки по старинным рецептам вам раскроют на специальных мастер-классах. С 1 по 7 июня ждем вас на сайтах «Тульский Кремль РФ», «Визит Тула» и «Культура РФ». Добро пожаловать в Алексин – город славной истории, древней культуры и прекрасных людей.